Что такое социальная изоляция, весь мир узнал совсем недавно, а вот мамы сталкиваются с этим постоянно. Татьяна Кузьмина ощутила это на себе, когда воспитывала сына, а сейчас дочь. Не с кем поговорить и обсудить насущные проблемы постоянно дома. Тогда ей и пришла в голову идея проекта комплексных семейных практик Family Cup. Наша задача – помочь семьям, которые сталкиваются со сложностями в родительстве, и не допустить эмоционального родительского выгорания, как минимум. Как максимум – это помочь преодолеть эти сложности, эти кризисные этапы, и не растеряв душевных сил, не растеряв внутренней гармонии. В общем, помочь всем родителям. Сейчас проект Family Cup некоммерческий. В нем много участников, но из-за запрета массовых мероприятий собираются небольшими группами. Сыну Дарьи Петрушкиной 1 год и 5 месяцев. Ее сюда пригласила Татьяна. И теперь девушка старается не пропускать ни одного собрания. Здесь я нашла искреннее общение, потому что, сидя дома в декрете, безусловно, не хватает разговоров по душам. Да и, в принципе, хочется высказать свое мнение по разным темам. А здесь это сделать можно. И мне показалось, что тут очень добрая, теплая, дружеская атмосфера, которая располагает. И поэтому я стала постоянным посетителем этих замечательных встреч. В рамках проекта Family Cup планируются встречи с приглашенными специалистами. Ожидается и хореограф, и мастера рукоделия. Работает в проекте и свой психолог, который помогает разобраться с проблемами. Мы помогаем с ними разобраться, помогаем снизить степень накала этих проблем, психологическую прогрузку осуществить. Люди просто выговариваются иногда, и мы совместным образом решаем, как можно было поступить в этой ситуации наиболее эффективным образом. И зачастую проблемы решаются иногда даже после первого посещения беседы. Проект комплексных семейных встреч Family Cup стартует с ноября 2020 года. Реализовать его стало возможным благодаря средствам гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Всего планируется провести 40 встреч, 15 комплексных мастер-классов и не менее 300 консультаций специалистов, плюс 3-дневный выезд участников. Встречи планируется проводить в разных районах города, чтобы их посетили как можно больше участников. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».